Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. Расскажу, как мы отдыхали в Милли парке. Милли парк находится на территории национального парка, недалеко от курорта Кушу-Дасы. Сюда мы ездили с автовокзала Кушу-Дасы на маршрутке. Вход и въезд в Милли парке платный, вход 3 лиры, а въезд, честно говоря, не помню. Можно пользоваться лежаками, зонтиками и столиками. Местные сюда приезжают после 12 где-то к часу дня со своими продуктами, большими компаниями, семьями. Англоязычных иностранцев мы видели несколько человек, а русскоязычных вообще не видели. На территории последнего пляжа в Милли парке есть кафе, но цены там заоблачные, поэтому, когда едете, нужно еду брать с собой. Перед входом в Милли парк находится красивая пещера Зевса, она частично заполнена водой. Интересные фотки получаются. Здесь также водятся свиньи, полуручные, полудикие. Турки их не обижают, все их кормят. Очень забавные зверюшки. Мы их сняли на видео. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!